Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» проверил качество ремонта подъездов многоквартирных домов в старом городке. Управляющие компании ремонтируют входные группы, меняют почтовые ящики, обновляют покрытие стен, потолков и лестничных пролетов, выполняют другие работы. Парламентарий отметил, что в старом городке программа ремонта подъездов реализована качественно и в срок.